Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет. Но если дорогу переходит программа «Коза», и это дорога героев труда, значит, все приметы указывают на то, что сегодня пятница, и мы направляемся в Альтбир. Ведь там сегодня мяу-пати. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет. Молочко подтягивает! Да, мы здесь все, как бы, когда у нас вечеринка для кошек, только молоко, в остальные дни пиво. Конечно же, у нас все идет с пивом. А скажи мне, а почему кошки боятся воды, но не боятся пива? Как это почему? Потому что губит людей не пиво, а губит людей вода. Почему, как вы считаете, женщина-кошка такой сексуально манящий образ для мужчин? Кошка, она легкая, она грациозная, она непредсказуемая. А особенно после бокальчика пива, она вообще непредсказуемая. Вашему мужчине ваш образ нравится? Конечно. Считается, что кошка, она гуляет сама по себе, то есть она выбирает партнера, она принимает решение. У вас в семье так? Так. То есть мама решает, папа платит? Приблизительно. И платит он в Альтбире, и это правильно. Тебе почухать животик? Друзья, ваша жизнь прожита зря, если вы ни разу в ответ на мяу не отвечали мяу, мяу. Мне кажется, каждый, наверное, со своей кошкой так разговаривает. Мяу. Я чувствую, у нас сегодня очень плодотворное интервью получится. Мяу, мяу. Бытует мнение, что если тебе за 40 и ты не замужем, то кошки к тебе сами приходят. Как вы считаете? Ну, надо стремиться все-таки к тому, чтобы единственная была одна кошка, а не много. Потому что когда как бы много, считается, что женщина уже одинокая. А вы замужем? Нет еще. Друзья, мы не замужем. И мы не хотим, чтобы кошки к нам сами пришли. Поэтому давайте что-то с этим делать, да? Смотрю, ты бывалый котяра, мне это такого, знаешь, боцмана, не кита бойческого судна, а кота бойческого какого-то судна, напоминаешь. Скажи мне, скольких кошечек уже оприходовал? Слушай, ты какой-то слабенький, я не могу понять, это потому что... Мяу-мяу. Мне кажется, для котов это работает. Мяу-мяу. Снимай. Давай. Где я врешь, ломбард? Мяу-мяу. Спасибо большое. Глядя на вашу пару, сразу вспоминается анекдот, когда жена говорит, что я не верила мужу, что ему кошка спину расцарапала, пока мне собака засос не поставила. Скажи мне, как ты относишься к тому, что твой муж красивый, эффектный мужчина на сцене, соответственно, много девушек вокруг? Как ты с этим справляешься? А вы знаете, самое главное в отношениях это доверие, поэтому я ему очень доверяю, очень его люблю и хожу с ним на все его выступления. Хожу на все выступления. Oh, a friend is getting married. Oh, really? Yeah. Cool. How do you like this place? It's really nice. Really? Really good. And what do you think about Ukrainian girls? So far, really good. Say meow, like cats do. Meow!
котярой. С котярой был. А кто? А кто? Кто не был котярой до того, как я женился? Ты не был котярой? Да, я кошка. А, точно. Я вообще коза, понимаешь? Был котярой. Как удалось приручить? Он говорит, что он и сейчас котяра. Нормально вообще? А в каком смысле? Давай, давай сейчас такие страсти. Пощечину красивую, ну на камеру. Пошли мы домой. Пойду я. Интриги, скандалы, расследования, программа «Коза» с вами. Только песня совсем не о том, как мурлыкала кошка с котом. Ты еще что есть? Давайте, давайте. Отлично, годится, снимаем. А говорят, женщина-кошка, да? Женщина-кошка моет? Моет. Что моет? Ты снимай, что ты? Вот так все мужики оставят тебя с кольцом и сбегают к другим сучкам крашеным. Ладно, ломбард так ломбард.